стреляют волшебные пушки. И никто не знает... Разговоры! Сто пятнадцать, 116, утром убил 75, вечером 116. Это еще не рекорд. Все-таки 116. Эй, господин бухгалтер, а как записать-то? Приход или расход? Водитляк! Да. 117. 118. Говори! Я сказал, Халь Гитлер, господин Фельдфебель. А что ты подумал? Еще одна игра. Что ставишь, Фридхен? Ну не могу же я поставить мундир. А ты играй на девку, которую поймал на берегу. А девку я берегу для себя. Фриц! Чё, Фриц? Фриц! Чё, Фриц? Фриц! Чё, Фриц? Чё, Фриц? Фриц! 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 Давай. Девка моя. Где девка? Девка где? Она лежит связанная в собачьей будке под соломой. Но берегись ее, она кусает. Пустяки, это не страшно. Господин Фельдфебель. Господин Фельдфебель, это моя девка. Кругом пустыня, мертвецы. Я выиграл ее для себя. Девка его. Он я никому ее не отдам. Поборы! Коллекционеры, отправьте по назначению. Есть отправить по назначению. Разрешить доложить, товарищ майор. Докладывайте. Взводы заняты. Берег свободен. Пленных 5 человек, мертвых не считали. Захвачены штабные документы. Просмотрите. Есть просмотреть. Исполняйте. Любопытно. Второй батальон 4-го полка СС. СС. Сукиных сынов. Выходит так, товарищ майор. Наша задача взятие высоты 142 в районе Иванова. Посадку на корабли начнем с вечера. Ночью пересекаем Бухту,
И вот здесь, в районе Ивановка, вытаскиваете. Да. Что за паренек с вами? Товарищ майор, это рыбачок с того берега. Он помогал выносить раненых, таскал патроны. Хорошо знает тот берег и просит взять его с собой. Пойди сюда ближе. Голоден? Не очень. Накормите. Есть. Кругом. Материалы к истории 4-го непобедимого полка. Какого? А здесь так и написано. Да сумбезик бары регимент. Непобедимый полк. Лихо сказано. А ну, товарищ лейтенант, какую-нибудь историю на удачу. Дело о жителях квартала номер 14. Обер-лейтенант 4-го батальона СС Ганс Мюллер, представленный к награде. По делу квартала номер 14. Сенди, братья, гуляй, грудочки по рук, устали косулай, не моя козлу. Пани грабы, ты подурочки, мой пасушку, як ты. Дроги наши, таёчки, вай львов, наш львов, старешка ты. Ох, ай, братья, пайно, львовки, куды, друзья. Лепший дни маскети, это почти новый пиджак. Пан может сколько угодно рассматривать его и нигде не увидит, что... Вот пепельница. Это очень хорошая, элегантная пепельница. Она может служить украшением вашего письменного стола. Купите пепельницу. Купите поводок для собаки из лучшей кожи. Купите поводок для собаки. У пана, наверное, есть маленький ребенок. Купите для вашего ребенка шапочку. Скоро придет зима. Купите шапочку. Пан не может сказать, что он пришел сюда что-нибудь продать. У пана в руках ничего нет. У меня, паненко, в руках ничего нет, потому что я все давно продал. Но, может быть, вы все-таки купите? Советское правительство подписало договор с Польшей о совместных действиях против фашистской Германии. Коричневая чума... Вот... А то не смотри на них, пусть они смотрят на тебя. Делай вид, что взор твоих голубых глаз ничего не встречает на своем пути, что мы идем по пустой площади. Учись не видеть их. Посмотри на меня, вот как я. Ты должен помнить, что ты представитель высшей расы. Ты немец, а не поляки. Они под твоим протекторатом. Ты, наконец, помнил, что такое протекторат? Губернемент. Да. Что это? Это что я господина, а не слуги. Дорогу! Дорогу! Почему вы не дали дорогу? Я не заметила. Не заметила. Адольф, ты помнишь, о чем я тебе говорил? Да, папа. Возьми этот хлыст. Это не хлыст, прошу пана. Это поводок для собаки. Он стоит всего 2 марки. Хэй, Маули! Адольф, возьми этот хлыст.
прошу! Я прошу, если вельможного пана, извинить меня, если я осмелился подойти к нему на 20-25 сантиметров ближе, чем это позволительно нашей расе. Пусть пан не думает, что я хочу оскорбить достоинство Третьей империи. У меня к пану просьба. Возьмите пепельницу. Вы ее можете взять даром. Это очень красивая пепельница. Она может служить украшением вашего письменного стола. Возьмите! Я вас очень прошу! Возьмите! Я вам очень благодарен. Я вам ее подарил потому, чтобы освободить руки. Понимаете? Руки! Стой! Руки за голову! Быстро! Стой! Не двигайся! Ты можешь сохранить себе жизнь. Поворачивайся и шагай отсюда, понял? Иначе. Гестаповцы гнали за ним. Гестаповцы? Да. Убил офицера. Вам нужно уйти отсюда. Укрыться где-нибудь еще. Фашисты убили моего сына. Я не могу, чтобы из-за вас погибла моя дочь. Я мать. Вы меня поймете. Вы не волнуйтесь. Я, конечно, уйду, я понимаю. До свидания, панянка. Не знаю, как вас зовут. Ядя. Ядя. До свидания, Язя. Подождите. Кто вы? Я? Поляк. Эй, там! Эй! Следы ведут в квартал номер 14. Поиски безрезультатны. Отцепите квартал. Передайте, что если через час преступник не будет выдан, то каждого десятого и так далее. Спасибо вам за все. До свидания. До свидания, Ядя. Одну минутку. Ты не волнуйся. Я только покажу ему, как пройти через проходной двор. Пойдемте. До свидания.
квартал. Его могут поймать. Квартала номер 14. Если к 9 часам не будет выдан властям государственный преступник, каждый десятый будет расстрелян. Повторяю, каждый десятый. Он не мог еще далеко уйти. Мы все не уйдем отсюда. Радиопередачу не прекращать до 9 часов. Потом действуй. 8:40. До 9 часов осталось 20 минут. 8:45. До 9 часов осталось 15 минут. Не знаю. Восемь часов 51 минута. До 9 часов осталось 9 минут. В одну шеренгу. Строить! У нас живот. 8:50. А, а. До 9 часов осталось 10 минут. Стой. Вот. У нас живот. Стой. Мам, что я надела? Молчи, девочка, молчи. Часов 56 минут. До 9 часов осталось 4 минуты. 8 часов 56 минут. Никто не явился. Нет, господин полковник. Восемь часов 58 минут. До 9 часов осталось 2 минуты. Ну, лейтенант, действуйте. 8:59. До 9 часов осталось 1 минута. 9:00. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Час. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Прекратите! Прекратите. Это я. Я убил офицера. Расстреливайте. Убивайте. Час расплаты близок. Это он убил офицера? Не думаю. Советское правительство подписало договор с Польшей о совместных действиях против фашистской Германии. Раз, два, три, четыре, коричневая пять, чума. Шесть, коричневая восемь. Чума! Вот уже 2 года пожирающая народы Европы!
наткнулась на непреодолимую силу Красной Армии! Все честное и благородное, что есть в Европе, поддерживает эту великую борьбу. Вождь трудящихся мира, товарищ Сталин, сказал... Вождь трудящихся мира, товарищ Сталин, сказал, создавайте партизанские отряды, конные и пешие. Создавайте невыносимые условия для врага. Преследуйте и уничтожайте их на каждом шагу. Братья поляки, пробил решительный час истории. Время и нам включиться в эту борьбу. Довольно! Ну, сыны, перед фашистами! Люди сербских полчищ! Возникают партизанские отряды! Они уничтожают живую силу врага, срывают его склады, разрушают его коммуникации. Весь советский народ поднялся на решительный бой со злейшим врагом прогрессивного человечества, германским фашизмом! К оружию, братья поляки, смерти! Каждого молодчика было расстреляно по 100 заложников. Вот и вся история квартала номер 14. Это и есть начало истории их собственной гибели. Начало великой мести порабощенных народов. Что случилось? Товарищ майор, разрешите доложить? Докладывайте. Под соломой в собачьей конуре нашли связанную женщину. Ее с трудом привели в сознание. Я заглянул под солому, она там лежит. Когда ее развязали, она заговорила непонятно, заплакала. И руку мне поцеловала. Приведите ее сюда. Она здесь, товарищ майор. Проведите к огню.
Шигель? Есть. Осторожно, осторожно. Спокойно. Кто вы? Я Мария из Блажовицы. Где это Блажовицы? В Чехии, командир. Я невеста командира отряда имени Яна Жишки. Полгода тому назад мне было 18 лет. Отец моего брата был везучим шофером на горном перевале. Синие скалы. Дизицво. Они хорошо знают дорогу до Геббельсдорф. Геббельсдорф? Я здесь родился, но, простите, господин обер-лейтенант, не слышал такого названия. Геббельсдорф – это бывшие Блажовицы. Блажовицы. Мать, дай пепельницу. Как же им не знать Блажовицы? Они возят туда грузы. Кроме того, мои мальчики лучшие шоферы. Ровно в 11:00. Мы должны быть Геббельсдорф, но точно по-немецки. Понятно, господин обер-лейтенант. Приказ ваш будет выполнен точно. Правда, господин обер-лейтенант, дорога на Блажове, на Геббельсдорф, очень трудная. Там ехать на большой скорости почти невозможно. Там у синих скал крутые повороты, папин. Но я и мой брат Владислав, мы действительно лучшие шоферы в городе. И мы даем вам слово, что ровно в 11 часов вы... Удивительно сговорчивая семья. Нас редко где встречали с такой вежливостью. Что это такое? Одна историческая книга. Кто этот старинный господин? Ян Жишко, освободитель Чехии. От кого он освободил вашу родину? Там написано, господин обер-лейтенант. Отряд смелого Яна Жишки напал на врага и вмиг опрокинул его в пропасть у синих скал. Никто из немцев не ушел. Так-с. Читаете запрещенную и сожженную нами литературу, господа чехи? Сами объясните им задание. Ровно через 10 минут быть готовыми, поедете с машинами в Геббельсдорф. Волноваться из-за того, что я получил удар от врага.
Проклятый немец. Я горжусь этим. Мальчики, я сейчас приготовлю вам кофе. Марженька, прибери. Подлый трус, Йозеф. Я ненавижу тебя, ненавижу. Что ты говоришь, Владик? Я знаю, что я говорю, папе. Йозеф побоялся, что его расстреляют немцы. Да-да-да, нас с тобой, конечно, расстреляют, если мы откажемся вести этот карательный отряд. Владик. Какой карательный отряд? Придется сказать отцу всю правду. Блажовица в восстании. Вот оно что. Там убили немецкого коменданта. И теперь... И теперь Йозеф повезет туда палачей. А я не повезу. Вы слышите? Я не повезу, я лучше повешусь. Да. Пожалуй, лучше тебе и не ездить. Очень уж ты горяч и смел. Я найду кого-нибудь, время еще есть. Ошибаешься. Времени нет. Надо быть точным по-немецки. Ну что ж, считай, что ты уже нашел другого вместо Ладика. Кого? Я поеду. Вы? Да. Машины должны пойти по дороге к Синим скалам. Правильно я тебя понял, сынок? Почти правильно. Значит, по-твоему, я тоже трус? Папи, мы не сказали вам еще об одном. Что такое? Папе, наш Янек во главе восставших. Янек? Это еще не все, отец. Сегодня ночью прибежал маленький Ярослав из Блажовицы. Он прошел все кордоны. Ну-ну. Он принес письмо от Янека. Какой малыш? Ведь он совсем крошка, Ярослав. Он маленький чех. Читай письмо. Дорогой брат, вот что должен знать чех, который поведет машины с немцами до Блажовицы. Тебе известен мост по дороге к Синим скалам? До этого моста надо ехать очень медленно. От каждой выигранной минуты зависит жизнь наших братьев. Предупреди тех, кто поведет машины, чтобы они постарались улизнуть перед мостом. Если это будет невозможно, пусть помнят, что отдали свою жизнь за родину, и память о них будет жить вечно. Мост нами... минирован. Обними нашу маме, папе, Ладика. Скажи Марженьке, что на сердце мое твой брат Янек. Об этом ни слова не говорите матери. Теперь я спокойно поеду до Геббельсдорф. Папе! Но, маме, не придется нам сегодня ужинать вместе. Ты что так смотришь? Мы с Йозефом быстро обернемся и к утру будем дома. Правда, Йозеф? Конечно, маме. Утром будем дома. Счастливой вам дороги. А Ладик останется с тобой. Вместе будете ужинать. Правда, Марженька? До свидания, дочка. Сбереги мне Янек. Будь ему хорошей женой.
Почему так медленно? Мы что, на похоронах? Надо следовать за передовой машиной. Обгоните ее, черт возьми. Пожалуйста. Куда? Стоп! Что же прикажете делать? Следовать за передовой машиной. Заверяю господина обер-лейтенанта, что мы последуем за ней всюду. Что это там впереди? Мост. Ах, это и есть мост. Так-так. Опасное место? Не опаснее других. И я так думаю. Только не вздумайте заниматься прыжками. В вашем возрасте это вредно. Мост был минирован, и вы полагали, что мы с вами взлетим на воздух. А впрочем, эту честь вы даже пытались предоставить мне одному, так? Ну-с, чего же вы теперь ждете, господин Чех? Мне нечего ждать, господин офицер. Так ли? Только мертвые ничего не ждут. Да, кстати, о мертвых. Вы знали такого Ярослава из Ложовиц? Он умер? Конечно. К счастью, при нем мы кое-что нашли, и не все, к сожалению. Убили его, крошку. Нет, зачем? Он сам умер. Ему, знаете, надоела жизнь. Нельзя ли теперь поехать быстрее? Теперь можно. Черта! Куда вы так помчались? Мы следуем за передовой машиной. Господин офицер, не советую потопаться за руль. Мы проезжаем пропастью синих скал. Малейшее неверное движение и... Стой! Стреляю! Куда? Следуем за передовой машиной! Если вы что-нибудь задумали, вам не сдобровать. Вы дурак, господин офицер! Яна больше нет, но Чехия жива. Она сражается и ненавидит. Успокойтесь. Успокойтесь. Товарищи, поручаю ее вашим заботам. Так.
Товарищ майор, разрешите доложить. Докладывайте. Ваше задание выполнено. Шлюпкой у берега. Начинайте посадку. Есть начинать посадку. Остановись! Ну, Михаил Васильевич, начнем на Ивановку. До скорого свидания на том берегу. А море-то сегодня красивое. У меня весь род рыбачий. Отец рыбак, мать рыбачка, все рыбаки, и я рыбак. Ну-ну-ну-ну, ты меня моряка не учи. Я про море тоже кое-что знаю. А рыбак — это человек береговой. Береговой? А вот скажи, какая в море рыба сейчас ловится? Рыба. Не знаешь, паламида. А ветер какой сейчас дует? Только по-рыбацки. По-рыбацки? Ну? Норд. Норд, норд. Свежа. А песню морскую знаешь? Песню? Да. Раскинулось море широко, и волны бушуют вдали. Сдавайся, сдавайся, моряк. Не знаешь ты нашей песни, а песня наша рыбацкая. Ух, песня какая. Ну-ну. Не надейся, рыбак, на погоду, а надейся на парус год. На гладкую воду острый камень лежит под водой. Мать родная тебя не обманет, обманет туман голубой. Не надейся, рыбак, на погоду, а на парус надейся тугой. Хороша песня. С душой. А ну продолжай дальше. Злая буря шаланду качает, мать выходит и смотрит во тьму. И любовь и слезу посылает на защиту сынку своему. Сразу солнце затрещется рыбкой, облака высоко заблестят. Если мать провожает с улыбкой, то с улыбкой вернешься назад. Проводник? Проводник, товарищ командир. Я из рыбачьего колхоза «Победа». Берег хорошо знаешь? Хорошо. Я каждую скалу знаю. Большая слева, под водой не видно. Четыре маленьких, если на берег держать. А справа три больших таких. Хорошо, хорошо, хорошо. Вам задание понятно? Понятно, товарищ майор. Повторите задание. Есть повторить задание. Пробраться на берег, занятый противником, подать световой сигнал, что означает место высадки десанта. Действуйте. Есть. Смотри, рыбак, не подкачай. Ну, я там каждую тропинку знаю. Так какой сегодня ветер дует? Свежак. Свежак. Так давай с попутным ветром. Давай. Thank you.
там немцы. А вот это наша хата. Слушай, моряк, если мать сердиться будет, где я был, ты защити меня. Скажи, что он нам нужен. Крепко нужен. Она добрая, прости. Хорошо, хорошо, рыбак. Дай детей выгодою, чтобы они людьми стали. И ты мой ясный, ты мой светлоокой. Убили. Мама, Кирюшенька, сыночек мой, ты родной мой, жив. Жив мой родной. Мама, где Павло, а? Павло нашего убили. Загубили нашего Павло. Сыночек мой. Родной ты мой. Он не молил о пощаде. Не плачьте, мама. Не плачьте. Тихо. На. В следующей хате у обнаруженной лодки поставить шестового. Мина! Сыном. Каким сыном? Нет тебе сын. Его повесили. Что ты так на меня смотришь? Не смотри так на меня! Не смотри так на меня! Куда меня смотришь так? А? Что так на меня смотришь? Что на меня так смотришь? Не смотри так! Не смотри так на меня! С кем разговариваешь? Что с вами делать? Субин сейчас меня умный бросать! Мы его не будем ausraten! Что будешь не ausraten? Сумасшедшие! Ты! Кэмплен! Генерал! Совсем уже не маленький. Я научился теперь убивать. Тебя убили два раза. А вот отсюда, как душа твоя, полетит сигнал Красному флоту. На заре еще придут корабли. И будут знать, товарищи наши, откуда прилетел сигнал. Из нашего дома. Где мы с тобой жили. Где сети чинили. Где ты нас растила, мать.
Ой, Кирюшенька, какой ты большой стал. Мама, я не один пришел. Со мной боец стал берега. Что мы пришли наши, он должен подать сигнал. Мама, это очень... Здрасте, доктор. Евдокия. А отчество? Трофимовна. Здрасте, Евдокия Трофимовна. Милый. Значит, ваш штаб теперь как бы штаб будет. Позвольте. Ну, сигнал будет подавать. А что же будем делать? Вот что, мамаша, нет ли у вас подставки для фонаря? Для фонаря? Да. Сейчас поищу. Ну как, ругала? Нет, не ругала. Подходящая? Подходящая. Мамаша, а много у вас здесь немцев? Много, на Ивановку пошли. Ага, значит, правильно. Сигнал должен быть подан 23:00. Осталось 2 минуты. Откуда вы там? Должны быть там. Должен потухнуть. Товарищ капитан-лейтенант, разрешите доложить? Докладывайте. С берега получен сигнал. Основные силы противника в пункте 5. Ориентир при высадке — одинокая хата на возвышенности. Идите на мой сигнал. Продолжать прием. Есть, продолжать прием. Шлюпки на воду. Желаю успеха. Благодарю. Счастливо. Благодарю. Давай сигнали. А я не умею. Эх ты, только песни петь умеешь. А стрелять умеешь? А стрелять умею. Бери винтовку, беги в избу и отвлекай на себя. А ты как? А я сигналить буду. Чего ждешь? А я тебя не оставлю. Исполняй.
Так надо. Есть. Мама, сейчас я их буду убивать. Сигнал погас. Держаться ориентиров. Есть. Для отправки разбить на десятки. Есть. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сыночек, Кирюша, наши здесь. Наши здесь. Не потухло, мама. Не потухло, сынок, не потухло. Равнение на право!
Вам, Евдокия Трофимовна. Героической матери Евдокии Трофимовне Клименко! Ура! Всем героическим матерям нашей Родины! Ура!